Мы сейчас находимся у товарища, которого зовут Самай, который производит очень классные товары. Вот эти вот бочки, вот в них вот делаются сок. Но они закупили новые. Вот он сейчас рассказывал, показывал, как это все делается. Вот. То есть здесь вот целый производственный цех. А вот здесь вот внутри магазинчик, где можно приобрести весь товар. Причем в основном он продает через тайских людей. То есть на европейский рынок он не очень выходит. Вот здесь фотография его бабушки. Вот. Вот это вот эмблема. Здесь вот бальзамы. Вот я пробовала вот этот бальзам, он потрясающий, он очень дорого стоит, но он потрясающе пахнет, содержит масло снежного лотоса. Вот, все натуральные органические компоненты, я думаю, что вот этот маленький я выложу в продажу, остальные дороговато. Вот, он мне проводил обзорную экскурсию, объяснял, где что, как находится, какие капсулы для чего, но, к сожалению, я не тот формат поставила телефона, поэтому сейчас вкратце расскажу сама. То есть вот здесь у него все, куча здесь травок. Аптечные весы и вот его капсула, здесь вот тоник для мужчин, капсулы с имбирем, капсулы для улучшения пищеварения с пудрой банана особого сорта, имбирь, вот, и куча всяких разных видов капсул, тоже какой-то чайный напиток, тоже прошу, чтобы он перевел, здесь вижу, что куча ингредиентов. Вот, это я отдельно к нему пристану на эту тему, пусть расскажет мне, что это за чай. И куча очень классных капсул. Вот, мне подробно рассказывал в вертикально по расположенном телефоне. Вот, что я ступила и не то сделала положение камеры. Вот, для YouTube это не подойдет. Вот, люблю посещать такие места. Здесь вот куча всего. То есть здесь и китайская медицина, и тайская медицина. Рецепты, которые передавались поколение в поколение. Вот здесь вот у нас всякие шампуни и бальзамы для волос, массажные масла. Вот. Это у нас компрессы для горячего массажа Прокоп. Вот, очень классный массаж, я его обожаю. Вот такое вот интересное атмосферное место. Может быть, договоримся, я очень хочу посмотреть, как делаются бальзамы. Вот, может быть, я договорюсь, и он мне покажет. Но уже я так понимаю, что не сегодня, надо отдельно договариваться. Да, ферма у него органическая, находится не здесь. Ферма органическая, с которой производятся вот все вот эти вот капсулы, она находится в Качанабуре, в экологически чистом месте. И у него есть специальный сертификат, который подтверждает то, что все ингредиенты, которые используются для его медицины, они полностью натуральные, органические, в них не содержится никакой химии, то есть там не используются никакие химические удобрения, все остальное, все полностью 100% органическое. Вот, награды его продукции, внушительное количество кубков. Вот. Это вот аптека, она находится далеко за Паттайей, сюда еле доехала, вот, не очень туристическое место, хотя есть люди, которые знают, и некоторые его товары, например, ингалятор с ананасом и обычный ингалятор, вот, хотя он говорит, что это популярно только у фарангов, потому что в Таиланде, ну, как бы, очень много ананасов, и это не диковинка для тайцев. Тайцы вот больше покупают всякие вот капсулы, он рассказывал. Также вот эти вот тоники. Очень классный тоник, который содержит 30 трав. Я вот сейчас себе бутылочку возьму. Есть аналог этого тоника, это вот капсулы. Но мне хочется капсулы пробовала, они в самом деле хорошие очень для иммунитета, дают жизни и силы. А это вот в виде тоника. Я как-то тоники больше люблю, но вот тоже вот сок нони. Раньше у нас был очень популярный, но сейчас в связи с тем, что пересылка в Россию очень дорогая, у нас сок нони перестали покупать. Его покупают в очень маленьких количествах, а в основном у нас покупают капсулы из плодов нони и чай из листьев. Вот, я не знаю, как у нас пойдет сейчас этот тоник, но вот сама я его попробую и думаю, родителям тоже бутылочку вышлем, потому что, ну, родители это святое. Вот, также у нас там вот капсулы для восстановления от ковида, также у нас вот капсулы для женского здоровья, есть капсулы для здоровья женщин там после 45 лет, тоже вот напиток на основе кефир лайма, он у нас идет тоже для женского здоровья, очень, кстати, классный, у нас его берут регулярно некоторые женщины, потому что нескольким он помог избавиться от бесплодия, они стали мамочками, рассказали всем, теперь его друзья к нам обращаются, ну, их друзья, да, женщин, которые
смогли забеременеть после приема этого напитка. Он помогает от очень многих болезней, которых там лимончик нарисован. Это лайм, кофир лайм. Вот. Вот этот тоник тоже не интересный состав, надо будет потом перевести. Вот такое у нас интересное сегодня посещение такого необычного места. Ну, посмотрим, смогу ли договориться, то, чтобы посмотреть производство бальзамов.